Что, блин, у меня папка номер... Ты мне сейчас что будешь от организации представителя строишь, что ли? Я тебя сейчас вот сюда закопаю. Сын погибшего мужчины был не в силах сдержать нахлынувшие эмоции. Мастер стройки, на которой его отец без устали работал столько времени, комментирует произошедшее, как ни в чем не бывало, лаконично и спокойно, никак не реагируя на обвинения и слезы родственников. Без выходных работы вообще не давали выходных людям. Загнали людей. От него жалоб не поступало. Человеку нужны были деньги, он работал. Он не жаловался никому. То есть, получается, он просто сильно уставал? А почему работу не поменял? Куда сейчас идти? Кому мы нужны 50 лет? 50 лет скажите, кому хуже? Кому? Никому. Какая работа? В 30-то не берут топливо, а вы в 50. Как так без выходных? С утра до вечера. Мужчина проработал на строительстве дорог почти всю жизнь, был востребованным специалистом. Люди уверены, именно эта востребованность погубила их родного человека. Стоило ему задержаться дома, уже звонили с работы. Получить выходной, рассказывают родственники, и мечтать не приходилось. Руководство стройки с этим мнением не согласно. По их словам, мужчина совсем недавно был в отпуске, а вернувшись по собственной воле, начал работать на износ.